На днях Ивановская студия современной хореографии «Возрождение» вернулась с ежегодных дельфийских игр стран СНГ. Ивановцы на этих престижных соревнованиях завоевали золотую медаль. Наши ребята выступали в номинации «Современный танец» в средней возрастной категории. Их номер, шагающие по нотам, жюри признало лучшим. Суть номера заключалась в том, что люди, как и ноты, да, они бывают разнообразны, то есть они пытаются себя найти в этих нотах. Вот. И, естественно, они в период всего номера, да, они пытаются себя искать в этих нотах, да, в итоге очень сильно запутываются, и в конце номера они, получается, совмещаются в одну единственную музыку, то есть в одну единственную какую-то песню.